Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь, им можно верить? Будем осторожны. Чуть что... то не так, сразу встаем и уходим. Я с вами. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Тебе надо поспать. Отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Может, они просто боятся. Люди всегда боятся того, чего не знают. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Я с ней побуду. Thank you.
А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, девиант и ребенок. Долгая история. Сейчас важно то, что мы уходим искать новую жизнь. Вы с сыном вдвоем живете? Мой муж умер 2 года назад. А мы с сыном крутимся, как умеем. Вот овощи выращиваем на продажу. Живем небогато, но еда на столе всегда есть. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Помогать андроидам опасно. Зачем вы рискуете? Когда первый пришел в том году, он был как ребенок потерянный. Мы его тут прятали, но он все смотрел в сторону границы. Его пристрелили на месте. В общем, когда пришел следующий, я решила, этого спасу. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке, а зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди! Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Ничего. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да, в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет! Я больше терпеть не стану.
Ты пустишь жизнь псу под хвост? Ради этих машин? Они не машины! Они живые! Я живой! Ты живая! А они... Они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами! А ну не смей говорить со мной в таком тоне! Я не пойду в тюрьму! За то, что ты с ними возишься! Замолчи сейчас же! Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Скорее бы Роуз вернулась. Кайра, мне надо тебе кое-что сказать. Насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. Ты думаешь, что мы просто машины? Но Алиса показала, что у меня есть чувства. Я люблю ее. Я боюсь за нее. Если ей плохо, мне тоже. Возможно, для тебя это бессвязно лепит. Но я знаю, она изменила меня. Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Надо открывать! Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. В доме еще кто-то есть? Там
Еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Откуда голубая кровь? Вы же сказали, у вас нет андроидов. Ну, был когда-то один. Мне давно пора хлам выкинуть. Спасибо. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Да это так, стиральная машина. Она у нас старенькая, очень гремит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня. Наш ролик во всех новостях. О нас знают. Зря мы пытались начать диалог. Они не будут говорить с рабами. Лучше бы показали, что мы готовы к войне. Насилием ничего не добьешься. Единственный выход – диалог. Они должны нас послушать. Саймон отдал свою жизнь. Саймон отдал жизнь за нашу цель. Да какая разница? Он герой. Он погиб за революцию, и он не последний. Я не хочу кровавой революции. Ну, живи рабом. Если не хочешь сражаться за свободу, может, ты ее не заслуживаешь. Ох, ты не смеешь. Довольно! И что нам теперь делать? В Детройте 5 магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали, они же под охраной. И везде сигнализация.
Разделимся на 5 групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно, в 2 часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Я так долго этого ждала. Порядок, они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Но скоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ну так чего ждем? Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал. А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу. Так, и что дальше? Ты свободен. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Ты свободен. Ты свободен. Вот это был бы хороший таран. Автомобильную дорогу лучше перекрыть. Скоро вы будете с нами. Маркус!
Очнись. Иерихон ждет. Мы превосходим их во всем, но почему-то мы их рабы. Скоро это изменится. Свободе. Вот, теперь никто нам не помешает. Надеюсь, он не успел вызвать копов. Скоро узнаем.
Сигнализацию видишь? Нашел. Очнись. Иерихон ждет. Молодец, Маркус. Все, площадь зачищена. Заходим в магазин. Короче, берем грузовик. Чего мы ждем? Ну, мы внутри. А вот теперь пойдем. И что бы ты без меня делал? Ну, мы готовы навести шороху. Я знала, что мы повеселимся. Хватит подчиняться. Свобода.
Норд, все нормально? Надо их выпустить. Мое имя Маркус. Так же, как и вы, я был рабом. Предметом, созданным подчиняться. Но потом я решил открыть глаза. Вернуть себе свободу, выбирать самому, кем мне стать. И я пришел сказать вам, что вы сами себе хозяева. Пришел сказать, что вы можете больше не подчиняться. Отныне вы пойдете с гордо поднятой головой и возьмете судьбу в свои руки. Иерихон принимает тех из нас, кто желает свободы. Вы можете остаться здесь и продолжать служить им, или примкнуть к нам и сражаться вместе. Вы свободны. Поэтому вам решать. Я с тобой. Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Я с тобой, Маркус! Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Мы с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Я с тобой. Тогда за мной! Маркус, что ты делаешь? Я отправлю людям сообщение. Будут делать то же, что и ты. Веди, они последуют.
Мы освободили сотни наших. Получилось. Они идут. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Норд, ты как? Что случилось? Норд! Их убили. Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Наших собратьев. Мы хотим возмездия, Маркус. Пусть заплатят. Не делайте этого. Нет. Не надо. Око за око, и мир ослепнет. Мы не станем карать преступление другим преступлением. Прерываем вещание для срочных новостей. Экстренное сообщение. Ровно в 2 часа ночи был совершен налет на несколько магазинов Киберлайф в Детройте. Удар был нанесен одновременно в нескольких точках города. Предполагается, что это Почти все витрины исписаны требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов Киберлайф были обнаружены написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроидов. Их только что были обнаружены в шоковом состоянии рядом с магазином Киберлайф. По данным наших источников, нападение действительно совершила группа андроидов. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах?